Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Honor 10X Lite сделать очистку кэша. В первую очередь выключаем наше устройство, затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх на несколько секунд. После того, как экран загорается, отпускаем кнопку включения и продолжаем держать только кнопку громкости вверх. Примерно таким образом попадаем в такого рода меню. В данном меню, используя кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор, выбираем вторую опцию Clear Data и затем Wipe Cache Partition. И спустя пару секунд весь кэш будет удален. И после этого мы возвращаемся назад и выбираем опцию Restart и просто перезапускаем наш телефон, и он будет перезапущен, как обычно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!